преподал урок. Отец утер нос принцу Гарри с Меган Маркл. Вышла первая серия документального фильма «Принц Чарльз». Внутри герцогства Корнуолл пользователи сети пришли к выводу, что для принца Гарри и Меган Маркл сын Елизаветы II является настоящим примером. Многие уже успели сравнить мировоззрение и ценности наследника престола с поступками его сыновей Гарри и Уильяма. Ленту назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. В фильме показана скромная жизнь принца Чарльза. Это история о его работе, а не о нем самом. Он занят делом, а не жалобами. Пример трудолюбия и скромности. Приводит отзывы британцев о картине Woman.ru. В картине принц Чарльз ни разу не пожаловался на трудности жизни при дворе. В документальном фильме старший сын Елизаветы II практически ничего не говорил о своей семье. Отец принца Гарри и свекор Меган Маркл рассказывал о людях, которые живут и работают на земле герцогства, о проблемах земледелия, о важности ежедневной упорной работы. Публикация фотографий из Инстаграм. Пользователи сети уверены, что принц Чарльз преподал урок, как быть членом королевской семьи. Монаршие особы должны выполнять свою работу, думать о делах и благополучии государства, а не о личных проблемах. Гарри и Меган, надеюсь, вы возьмете это на заметку. Высказались одна из зрительниц в Твиттере. Публикация фотографии из Инстаграм. Отметим, что Чарльз был возмущен поведением своих сыновей. Особенно его разозлило заявление принца Гарри, который признался в интервью, что редко видится со старшим братом. Слухи о напряженных отношениях в королевской семье бросают тень на репутацию старших членов династии, принца Чарльза и Елизаветы II. Как писали шокирующие новости, поведение принца Гарри и Меган Маркл все больше беспокоит монаршую семью. Пара нередко позволяет себе отхождение от официального протокола, подрывая традиции. Особенно переживает по этому поводу королева Великобритании. Она считает, что жена принца Гарри должна вести себя и одеваться скромнее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Мы садимся на этот наркотик, и крайне сложно соскочить. Крутой о главной зависимости звезд. Избранница Барри Алибасова ждет ребенка. Как же так? Собчак взвыла из-за зверского убийства Богомолова. Навка рассказала о звонке Рудковской после скандала. Лицо преобразившейся Пугачевой назвали посмертной маской. И многое другое.